Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Ну что, пришло время применить тяжелую артиллерию. Речь пойдет об упаренной урине, ее эффектах и о том, я покажу в видосе, как я упариваю урину, чтобы было вам ясно, понятно. Итак, вначале начнем вот Эмма Смит на видосик «Паразиты глисты» написала такой отзыв. Доброго времени суток. Я хочу поделиться своим опытом. Может, кому-то поможет тоже. Я тяжело болела и долго. Вычитывала много где разное. Решила сделать чистки организма. Начала с глистов. Насобирала литр мочи. Упарила до 1/4 части, то есть до 250 граммов. Сделала клизму, еще разок повторяю, клизма получилась 250 граммов упаренной мочи. Значит, изогнулась, чтобы поглубже затекло, сколько смогла. Кстати, когда делается из упаренной урины, вот, например, я себе сейчас делаю, то я заметил такой феномен. Ну, я делаю обычно где-то граммов 100, может быть, чуть меньше. Она заходит и держится там ровно столько, сколько надо вот ей для того, чтобы сделать какую-то там работу. После чего там выходит какие-то там остатки и так далее, и так далее. То есть не то, что там она заливается, сразу выливается, или надо как-то потерпеть. Нет. В результате этой клизмы вышли разные виды. Аскариды 30 сантиметров длиной, толщиной с палец. Кстати, вы можете сами почитать. Эмма Смит. Это не я вам там придумал сказку. 30 сантиметров, это такие хорошие, половозрелые, откормленные аскариды. То есть, то, что надо. Страшно было смотреть. Ком глистов с рожицами и еще ком каких-то непонятных, неправильной формы. Ну, скорее всего, неправильной формы. Это, возможно, отошли полипы. Полипы отошли. Они также имеют такой продолговатый такой вид, вроде бы, и непонятных, неправильной формы. Но вот что-то напоминает такое, знаете, грубо говоря, какой-то носок снятый или чулок снятый. Ну и плюс различные виды там глистов с какими-то, если рожицами, это как раз присоски и так далее. Организм радовался. Со мной подобное делали два медика, и у них была такая же картина. После чисток восстановился весь организм, и зрение, и зубы. То есть перестали идти токсические выделения, которые отнимали силы. Организм перестал болеть. Естественно, значит, восстановилось зрение, потому что отымалось там и энергия, и вещества, и вообще так травился. И видите, и зубы, зубы, то есть они там и биологически активные вещества потребляли. Поэтому организму и не доставало того, что надо. Я встретил своего знакомого, и он мне рассказал, что когда началась эпопея с уринотерапией, особенно с упаренной уриной, ну, к слову сказать, упаренную урину возродил я. Было известно о ней много-много лет тому назад, но никто не придавал этому значения. А я взял, да сделал, да пробовал. И рассказал, в чем сила, значит, упаренной урины. Так, к слову.
Так вот он говорит, сделал, значит, а его отец, значит, клизму или несколько клизм с упаренной уриной, и говорит, вышла целая пригоршня полипов. После чего он обрадовался, организм его возродился, и он, так сказать, зажил здоровой жизнью. То есть вот такой вот случай мне преподнес. И в то же время близкий мне знакомый провел исследование, которое показало, что у него имеются полипы. Значит, некоторые полипы там, которые так мелкие были, были удалены. А один большой, где-то там в глубине или еще там, вот, решили, значит, удалить операционным путем. При этом так говорили, ну вот сделаем там, допустим, 2 или 3 прокола, через них там удалим из толстого кишечника. Ну, думал, как это, ну, всякое может быть, ладно. Либо же, значит, разрежем там, посмотрим, чтобы более капитально. Ну вот и смотрите, что получилось. То есть разрезали от пасти до хвоста, чтобы удалить полип. Возникает вопрос. Я только что вам вот рассказал про глисты, рассказал про полипы, которые, значит, вышли у отца знакомого. Можно было бы обойтись без вот такого или нет? Это очень серьезно. После такой операции надо восстанавливаться. Поэтому вы всегда, прежде чем что-то сделать, хорошенько узнайте. И не из одного источника, а из разных, чтобы сопоставить и решить, что можно сделать, а что значит не следует сделать. А теперь я рассказываю о том, вот я начал использовать упаренную урину. Как я это все делаю? Смотрите внимательно. Итак, мы с вами поговорим о таинстве упаривания урины. Итак, электричество нам надо. Удлинитель. Желательно все это делать вдали от жилых помещений. Вот у нас удлинитель, вот у нас электроплитка, вот у нас кастрюлька, где я отметил, вот здесь вот пол-литра. Здесь 2 литра старой-престарой урины. То есть она у меня здесь несколько лет хранится. Набрал. Запах аммиачный, преаммиачный. Ну ничего. Это, как говорится, материал. Старая, ёкарный бабай. Сейчас мы ее упарим. И это будет уже упаренная урина. То есть для упаривания нам годится любая урина. Что нам надо выставить? Желательно паровую кастрюльку. Примерно так я выровнял ее. Теперь врубаем. И ждем, пока она испарится до нужной нам величины. То есть останется 1/4 вот этого объема. Или чуть больше. Пусть 1/3. Это уже достаточно. 18-19. Важно, чтоб урина парила. Ну, был небольшой ключик. Мы еще до этого не дошли. И если слишком сильно будет она кипеть, то она будет через верх убегать и зальет вам плитку и так далее, и так далее. То есть это не то будет. Надо упаривать. Такой легенький ключик, чтобы был. Что еще сказать по поводу упаривания урины? Я сейчас вот жду, потому что плитка новая.
насколько она будет нагреется, как она там закипит, чтобы не сбежала, не выкипела. Должен быть такой небольшой ключик, вот, и она должна выпариваться. Предупреждаю, чрезмерно, если она закипит, то она может просто-напросто сбежать, так как она начинается пениться. И очень важно, чтобы вы вовремя выключали, то есть вот она где-то до 1/3, там примерно до 1/4, ну вот в этом промежутке от 1/3 до 1/4 она у вас упарилась, и выключайте. Если же она будет упариваться больше 1/4, то воды там не останется, там, значит, получится интересная вещь, получится мыло. Это мыло, ну, как-то, я не знаю, как использовать, ни туда, ни сюда, возможно, его как-то используют, но я считаю, что это уже испорченная урина. И если, в конце концов, вы вдруг вообще прозеваете, и урина у вас выкипит и начнет гореть, то получится такой смрад, что он будет недели две, если не больше, держаться в помещении. Поэтому я предпочитаю вот на свежем воздухе. Сейчас, видите, март у нас, 20 какое там, 5 число, вполне нормально. Далее, если вы питаетесь, ну, в основном вегетарианская у вас пища, так, где-то даже сыроедческий, может быть, рацион, вот так вот, и вы уже попитались так несколько месяцев, так организм у вас очищается, и урина уже начинает при упаривании пахнуть как гороховый супик. Вот гороховый супик у вас кипит, вот такая вот. И далее она становится запахом такой вот интересной помады, или лучше сказать, вот такого вот ладана. Такой интересный запах. То есть сущность человека, если по запаху брать, это запах близкий к ладану. Вот примерно так. Приятно пахнет. Так как мы питаемся, чем попало, как попало, то естественно у нас такого не получается. Но вот как только вы начнете правильно питаться, рацион у вас будет более так растительный, меньше особенно хлеба там, мяса, то она будет очень хорошо пахнуть. Ну вот, что я хотел вам сказать. А теперь, как говорится, процесс у нас продолжается. Надо его контролировать. То есть вначале надо отконтролировать это нагрев, сколько вы будете нагревать, в смысле температуру поднимать, чтобы она вот эти 2 литра, ну сейчас у меня там 1,5, чтобы эти 2 литра, они вот так вот легенько кипели, и засекать время, сколько вам понадобится время для того, чтобы упарить примерно от 1/3 до 1/4, ну ближе к 1/4. И тогда можно, может, вот так электрическую плитку ставить где-то, засекать время, приходить уже, когда продукт будет готов. Ну вот так как-то. Вот он, инструмент. Я так понимаю, больше и не надо. И вот здесь мы все это и делаем. Собираете уринку. Дело нужное. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно
во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.